Так, Сатурн. Садится за горизонт, потому совершенно не пытаюсь даже наводить резкость, за плотными слоями атмосферы не видно. На секунду я буквально опоздал снять нырнувший в облака Юпитер. Натурально уже выдвигался объектив, когда мигнул мне в последний раз Юпитер и ушел за облака, то есть уже даже из-за облаков подмигнул заговорчески и скрылся. Такое чистое вокруг небо, а вот на горизонте как раз облачко. Ну что ж ты сделаешь, кто не успел, тот опоздал. Хотя, конечно, досадно, хотелось мне снять с Юпитером и галилеевыми спутниками весь комплект парада планет. Так, что у нас? У нас 20-е. Давай, сейчас я пока на восход наведусь. Смотри, вон Венера какая красотища. 3:47 по Киеву, 20 июля 2020 года. Да, как же ж, ну, несколько секунд делал. Мизансцена поменялась, приехал на свое место традиционное, а уже все, в такое время с моего традиционного места съемки уже не видно за посадкой Юпитера и Сатурна, пришлось перемещаться чуть дальше, буквально на пару сотен метров, и это сыграло свою роль. Да, и облачки там такие приличненькие. Юпитер есть. Вот он, Марс. Да, вся идея в чем? Поснимать с Меркурием, попытаться. Наши планетки. Потому как с момента этого начала парада планет 4 июля это Марс. Был у нас парад планет, сначала возглавляемый спутником Земли Луной. Полная Луна была красиво, садилась за горизонт, красная полная Луна. Тогда он был Юпитер, Сатурн, Марс, Венера с Альдебараном даже. Но Меркурий вот как-то не получалось в комплекте снять. И вот я сегодня перед сменой решил по случаю неплохой погоды. Он, Венера, просто сияет. Он справа, Альдебаран, звезда. Тоже участник нашего парада. По дуге выстроились на небосводе планетки. Звезды и спутники Земли. Ну а увеличение фотоаппарата позволяет снять даже спутники Юпитера, когда он не прячется от тебя в облаках, как сейчас. Так что можно считать, что и спутники Юпитера в параде планет участвовали в качестве эскорта. Сейчас. Посмотрим, блядь.
сейчас резкость попробую поискать, может получше есть. Может и есть, но не про мою честь, да. Все, отошел до его возможности самостоятельно. Венере зацарапался в кадр по мере вращения Земли. Ну что, Меркурия пока не вижу. Да, облачка, конечно, нам чуть-чуть. Ну, может, как обычно, в принципе. Что мешает? Ветер, облака, съемкам. Да, Луны сейчас тоже не будет, потому что она совершенно рядом с Солнцем. Ее попросту не видать. О, вон еще две звезды, смотри, ну я в окуляре вижу, не знаю. Там целая какая-то горсть звезд рядом с Альдебараном. Я не знаю, это видно, по-моему, даже и на экране, не только в окуляре. Сейчас я наведусь на них отдельно от Альдебарана. Я думаю, что их будет видно получше. Что это за звездочки? Глазом я их не вижу, это только... Только увеличение 125 крат позволяет нам их просматривать. Без понятия, что за звезды, как они называются.